трех школах Тобольска откроют менделеевские классы. Соглашение об этом было подписано на Тюменском нефтегазовом форуме между компанией «Сибур», областным департаментом образования и науки и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Старшеклассники 9, 16 и 18 школ будут осваивать разработанные преподавателями РХТУ комплекс курсов для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам по математике, химии и физике. Занятия будут проходить в дистанционном и очном форматах. Это порядка 150 учеников тобольских школ, которые будут проходить обучение совместно с преподавателями РХТУ и участием компании «Сибур Холдинг» по естественно научным дисциплинам и цифровизации. С 2021 года в рамках партнерства в Тюменском государственном университете и в его Тобольском филиале будет запущена программа подготовки бакалавров по направлению химический инжиниринг. Студенты смогут получить профессиональные компетенции в области проектирования ресурсов и энергосберегающих химических производств, а также освоить навыки в эксплуатации нового оборудования, управлении предприятием и других направлениях, по которым в настоящее время у выпускников ощущается дефицит знаний.